Nightmare Outside, огромное спасибо. Поздравляет с началом новой эры, диванной эры. Но еще непонятно, какая эра будет. То есть сейчас будет эра перебежек по всяким местам. Поехали на запись. Смотрим уже... Уже десятикратная какая-то реакция получается истории мема про сельский рок-н-ролл. Запись HTTPS. Фемки ответку сняли. www.youtube.com. Nightmare Outside, большое спасибо за донат. V равно Чикбуси 2 кубка. Приехали. Там уже все, там уже не осталось сельского рок-н-ролла, даже в пикселях, типа, смысл. А, он в прошлый раз задонатил, типа, зацени, фемки ответку сняли. Спасибо за донат, приехали просто на самый финиш. Запись HTTPS. А, это там. Нищет дна на дне, все. Сейчас я тут чат открою себе, а то там далеко очень все. Да, блядь. Мне похуй, я пар. Фемки, блядь, ответку сняли. Пиздец творится вообще, жесть. Спасибо за запись. Тяночка умерла, жалко. Да, конечно, жалко. Хоть и какая-то шлендра, но все равно, блин, жалко. Да жалко вообще, когда кто-то умирает, всегда жалко, конечно. Блин, мне надо очко найти. А с другой стороны, ну умерла я, умерла, блин, чё? Хотя молодая, блин, обидно. А может, я не хочу? На яйца Клава, обалденный комп. Ну да, хули. Удобно. Там видно хотя бы? Он в какой-то момент же придумает. Сельский рок-н-ролл. Наверное. А это точно не... Это точно последний? Ну правильно, да, электрончику только, может, миди Клава нужно. И то не обязательно. Давайте посмотрим. Конечно, лучше с ней, но можно без нее. Да, как я и обещал, огромное за 100 рублей сердечко. Воин Металла задонатил с текстом на запись. Этот видос мне кидали, наверное... Понимаю. Здорово, ребят, кстати, здорово. Не ускоряется только музыка. 5. Такой контент. Всего-то 5 раз было. Раз уж слушаем изяты. Бля, давайте хотя бы до этого. Какие комменты, кстати, интересно? Фурье за донат, мое почтение. Смотреть не стал, жду реакции Моисея. Как начнется контент? Который мы заслужили, дамы и господа. А прикиньте, ведь где-то есть человек, который все это посмотрел. Именно все, абсолютно все версии. Че ты так тихо, блядь, пиздец? То есть не просто одну последнюю, а все. Значит, реакция на реакцию. А, потому что там тише то, и в итоге... Что подумал, когда Глеб сказал, ну я, конечно, не Моргенштерн. Я подумал, ну нахуй ты пиаришь Моргенштерна, вот что я подумал. Зачем вообще его упоминать? Понял. А вот этот Моисей будет довольно громкий. Блять, это там. Вот да что ж такое, бля, я не пойму, где донат. Я сюда переключаюсь. Вот это прикол. И сколько ж я собрал туда, получается, за сегодня? О, бабло считает, жук сидит. Блять, народ, пиздец. Скоро так будет заметно, у меня будет пузо расти, типа, все больше, типа. Это как... Пускай будет что-то... Бля, прикольно забыть свои старые шутки и снова над ними самому... А, кстати, про старые шутки. Вот эту мелодию, которую я напел, блять, типа, у Мухтаров есть реальный кек, они с этого прям пиздец отсываются. Ну и типа, блять, знаете, по сравнению с большинством их приколов, это хотя бы немножко смешно, действительно. Я в каком-то видосе сказал, что это, типа, эта мелодия, ну что-то я упомянул про нее, исполнительницу зовут Карли Командо. И я сказал Карли Команда. И типа, блять, они начали рофлить, что Карлик Аманда. И типа меня начали так называть. Усмеяться, как бы. Ням-ням-ням-ням. Чё с картинкой? Чё, блядь, какая-то пересущая? Буду им ещё и Моисей держись, и думай, то красное, то хуясное, масное. То есть, чтобы вы понимали, это примерно как если бы мы с вами Леоса называли, именно Леоса называли бы крюк анала. То есть, типа, это не локальная шутка из его фраз, а типа мы его так зовем. Вот в чем тупость. То есть, это забавно, типа, если бы это не так развилось. Ну, блядь, как можно... Типа, в чем кек-то, блядь? Нихуя, блядь, свинья. Рыганул, блядь, свинья такая. Да-да-да-да-да-да-да. Не зря человек дает уроки по Рыготине все. Продлевает видос. Бесстыжий просто. Да, я сам не... Блядь, больше денег забрать. Я прям там просто как... И как бы я в тот момент даже не подумал, что, блядь, что-то мерзенькое. Медведь, ебать. Да, я нарыгал, конечно. Бля, я даже на паузу не поставил. Мой братан тигр. Сейчас 32 зрителя. Я еще тупее сделал, я забыл на паузу поставить. То есть всего... Блин, да, я не подумал, что я видос продлю сейчас. Бля, это много. 6500 и будет реально максимум, чем зрители. Блин, друзья, случайно. Я иногда вообще сам охуя случайно себя обогатил, возможно. Ну, я надеюсь, что на этом больше не знаю. Думаю, зачем вы, блядь, меня смотрите? Я же просто... Это же должно надоесть когда-то. Чайно, видимо, кинул. Ну, именно на эту хуйню, в смысле. Что-то
Фархада, что ли, бомбанула жопа. Он говорит, блядь, давайте мы донатим на час этого сельского рок-н-ролла, а потом больничка. На помощь! Спасибо, больничка. Блядь, да ёбаный в рот опять. Привет. На помощь! Привет. Книжки западных рыгунов, да-да-да. Это не здесь, да. Да-да-да. Один Моисей говорит, мне, пожалуйста, стопку Ягера. Этот мне, пожалуйста, полстопки. Этот мне четверть. Этот мне, пожалуйста, одну. Охуенный Аник, не слышал раньше. Ну, это анекдот про заходит как-то в бар бесконечное количество Моисеев Великановых. Восьмую. Этот просит одну шестнадцатую, этот одну тридцать вторую, и бармен говорит, пошли вы нахуй, пидорасы, вот вам две стопки на всех, блядь. Да и барный рот этого казино. Классический анекдот. Блядь, я из-за донатов каждый раз на паузу ставлю. Типа, это классический анекдот такой, стёб над математической этой хуйней, короче, прям. Веселит меня здорово. По факту Фреда уделали. Пиздец, я посрал, блядь. Перданул опять. Да, спасибо, больничка. Да я, блядь, перданул. Всем, да, фишки западных вытирателей жопы, да. Под универсальный. В Владивостоке люди уже, комментарии. Фишки западных абрыганов. Блядь. Западных абрыганов. Фрактал аутсайд, да. Ну, кому это интересно? Не, уже не видно, по-моему. Это, по-моему, последний уже. Все, что? Это уже не видно сельский рок-н-ролл там. Блять, там вообще нихуя не видно уже. А, кстати, когда-то это действительно была реакция на сельский рок-н-ролл. И там где-то он еще какие-то звуки от него издаются. Слышите этот отдалённый? Развернуть, понять, видно. Отдаленный звук. Сейчас картинка нормальная, отлично. Сельского рок-н-ролла. Пошел, пошел. Хватит, по-моему, символов и названий, чтобы было смотрим. Опять видос сделать. Старые добрые можно сделать. Спасибо за напоминалку про ветер. Чуваки, ну без света лучше же, да, все-таки? Да, да, да. То есть вот так было у нас. А знаете, что самое смешное? Это именно посчитать, сколько всего было в эту реакцию вложено денег, типа, Nightmare Outside. То есть, типа, ну, допустим, получится условно 1002 на эту хуйню ушло, блядь. Это ж вообще пиздец. Просто ради чего, блядь? Ради какой хуйни? Как больше нравится? Мне больше нравится... Тогда много, да. Здорово, ребят, здорово. Блин, вот Лёха написал, что он любит писать, как бы. Я, честно говоря, не то чтобы люблю читать. Посмотреть видос. А, и там Лёха Хеллскрим в какой-то момент будет. Да, я смотрел полное интервью тоже раза три. 500 рублей, сколько радости. Ну, понятно, что с подсветкой. Ну, подсветку я могу, допустим, вот так чуть-чуть сделать. Вопрос верхний свет, да, или нет? Вот что пиздец, всё пришло. А плюс это что? Это чем прикол? Записывай. Это там. Выйдите на наш новый курс фишки западных гомосексуалистов. Классика. Я никогда не читал комменты, кстати, между прочим. Западных гомосексуалистов. Кстати, да, комменты. Ебать, что-то у вас там в Владивостоке, движ Париж. Здорово. Здорово. Ждем реакцию моих. Well, и come. Тора, Миллениум, Фуз. Ням-ням-ням-ням-ням. Блин! Ням-ням-ням. Подобие Фрактала. Подобие Кала. Ням-ням-ням. Синхронно. Заорали, блин. Как продвигать себя в музыкальной сфере? А похоже, что я ебу. Ну, типа... Блин, просто смотря что значит продвигать. Вот смотри, у меня, типа, относительно есть какие-то просмотры, и относительно кто-то слушает вроде мою музыку. Но на концертах у меня, блядь, полтора калеки. То есть я вот, например, за это вообще не шарю. Ну, у меня есть предположение, и у меня есть варианты, что точно не работает, но я не уверен. Когда новый трек говни до смертельной бой на смерть. Ой, как мне лень его делать, ты просто себе не представляешь. Как же мне его лень делать? Ну, когда-то будет. Это пиздец, я прям угораю теперь. Помню, такая штука, типа, да? Все-таки великая говнида. Качалку не думаешь походить? Да я же сейчас, блядь, сейчас пердон охуирус, плюс все закрывается, плюс что-то. Ну, вообще думаю, конечно, было бы здорово. Надо было такое, блядь, сделать. Сука, вообще не получается, как
экономит... Пиздец, фальшивая хуйня получилась. Крутая приставка у Леоса была, Алекс Найтмэр. Причем она была нормальная, рабочая. Ну, типа, чё, вунь, не дрой. Блин, Егор Жиреев, ни хрена ты. Самая крутая приставка у меня была в диктанте по русскому языку. Блин, реально надо сделать, знаете, уже такой видос, типа... Ну, или серию видосов. Да, кстати, на разных хатах реакции снимать. Стримы Моисея и понимать все мемы локальные. Потому что я просто иначе не знаю, как это объяснять. Как объяснить, что такое Nightmare Outside? Какой баланс факторов? Я забыл. Что вообще, блядь, происходит? Не помню. С какими-то долбоебами срусь. Что это за реакция? В Дискорде не знаю, но мне не очень там удобно, конечно. Моисей, компилейшн, пенис, доминатор, хеликоптер, что-нибудь такое, что просто... Ну, в свободное от стримов время, в принципе, в ВК мне личку можно написать. Я не обещаю, что отвечу, но можно. Западных питон. Вообще, конечно, у меня полагается все-таки за какие-то вопросяндры донатить. Вот, в том числе ВЛС. Ну, не знаю, ну, писюк не может, время будет отвечать. Какие-то могут быть фишки, блядь, типа. Западная траншея. Там, залез себе в траншею и сиди в ней. Вот и вся фишка. Nightmare. Ну да, да. Outside. Это скорее... Это скорее гайд, типа, ну, на день рождения, типа, йогурт покупали. То есть, как-нибудь плавать, поебал даже. Take my food. Да, да, да. Все, теперь это реакция на ускоренную реакцию на ускоренную реакцию. Гейбой, первый пристав. Реакция на реакцию. Блядь, я не пойму, какой из чатов сейчас. Блядь. Женщины в чате, какие подводные. Да, женщины в чате, это не бывает настоящих женщин на моих стримах. Блядь, самая тупость, что именно в тот день... Ну, конечно, есть ровно одна... Типа, на реакции на тот видос, где я говорю, что женщин не бывает на стриме, типа, женщина как бы и появилась. А сегодня у нас есть женщины? Женщины в чате есть, ребят? Ни одной, да, по-моему, опять? Еще Элвис Мур пожухла куда-то. Девчонки, девчули, девочки, конфеточки, принцессы, отзовитесь, где вы? Эх. Блять, пиздец там. Мемы какие-то ебанутые в ЛПГШ. А, накидьте. Здрастите. Вы типа спрашиваете, почему, блять, короче, почему нет особого толка от того, что у меня, ну, в смысле, нет никак наша с Глебом популярность друг на друга не влияет. Да, блять, банально, потому что меня почти не смотрят женщины, а у Глеба ровно наоборот, у него одни бабищи на концертах. Ну, тоже не совсем, но почти. Мою реакцию на историю рок-н-ролл. Так, блин. Хотя бы тупо поэтому. Что ты будешь делать? Андрей. Контент сомнительного качества. Какой-то был прикол, типа, что в русской семье все должно быть поровну. Типа, жена слушает Глеба Калюжного, а муж смотрит Антона Калюжного. Надо объединиться, да, устроить большую оргию. Типа, мне кажется, это было бы прекрасно. Вот. Ну и в частности, соответственно, мы с Глебом тоже, да. Мужики в кучу жарим друг друга. Либо, да, пиздец. О, ебать, коварный план. Ебать, барабанщик. Блин, да, оральный барабанщик, так сказать. Заебись. Я не знаю, вас... А, это там. Это там. Я пиздец, это самое... Че уже, губу раскатал. Я просто даже не знаю, как это надо все просто отдельно расписывать, мне кажется. Отдельно каждый нюанс. Я бы прикупил. Бля, спасибо большое, Некич, да. Мое почтение. Вот, ну хотя, вернее, как бы как, спасибо. Мне кажется, не очень в тему будет именно разогрев. Такое. Ну, типа, то есть странно совсем. Вот, ну... Ну, короче, блин, если Глеб будет на Канцике еще звать именно гитарасить, если это все то, что я делаю, заебись в тему и здорово работает... по мнению Глеба и Вадима, то я с огромной радостью. Вот. А это и правда. Блин, что творится? Что творится? Здорово. Сижу, жру Путин. Решил задонить на хапку. Путин? Рекомендую как-то заценить, если не пробовал. Мясной Путин особенно крут. Путин? Что, блять? Мясной Путин? Не понял. Это какая-то опечатка смешная или что за кек, ребят?
Здорово, да, здорово, ребят. Женщина в чате. Машка Иванова. О, ребята, все. Теперь нужно, как это называется, симповать и куколдить вокруг нее. Здорово. Получается, за комбарь. Но все равно, да, в любом случае, мое почтение. Футболка. Да, вот, по-моему, нет, я ее 100 лет здорово, не видел. Здорово. Наверное, она уже в тряпках давно. Машина. Мы это сделали. Я еще уже не знаю, я понял, кто это. Какую еще у меня, короче, капец. У меня такая тупая память на имена, просто вы не представляете. Мы это сделали. Ведь мы ебанутые на всю башку. Да, отлично. И причем, кстати, в 10 минут уложились тоже. Спасибо, Nightmare Outside. Эх, я старый. Кстати, ребята, у меня нахер сбились настройки звука. Я на скорую руку накрутил один всего эквалайзер. Вот, и мне, честно говоря, кажется, что стало, ну, типа, не принципиально, терпимо. Что-то мне так уже насрать, ебаться неохота. Но как будто что-то чуть-чуть похуже, да, звук? Пизда. Что скажете? А, что в комментах? То есть там он вообще, наверное, прям близок к идеалу. Здесь какая-то частота есть, и если ее вырезать, полезет другая, и пиздец. Там сейчас, типа, коммент, так терпимо, нормально. Ладно, Моисей, его хватит. Нахуй я это смотрю? Кто тоже досмотрел до конца вместе с тем человеком, пишите то же самое. Типа, нахуй я это смотрю. Пенис.